Вас приветствует компания Darkston. Сегодня поговорим о фрезерном станке «Малыш». Начнем рассказывать снизу вверх. Залили специально под него фундамент, чтобы гасил вибрации. Переходим на ось Y. Поставили 45-й направляющий марки Хивин, роликовые. Все отклонения проверялись по коллиматору, они до 6 микрон. В корпус опоры установили два роликовых подшипника. Шайбы изготовили сами. Поднимаемся на ось X. Установили 35-й направляющие роликовые марки Хивин. Все отклонения до 6 микрон. В опоре установлены два упорно-радиальных подшипника. С торца на винте ШВП, который, кстати, к марке Хивин из третьего класса, с торца есть отверстие под шестигранник, что упрощает монтаж. С обратной стороны есть резьба, что упрощает регулировку. Кронштейн для фиксации рабочего стола, вот эту штуку, нам китайцы не прислали. Изготовили самостоятельно, зашлифовали самостоятельно, но прислали чертеж. Вот результат. Переходим на ось Z. В принципе, все аналогично оси X. То есть стоят такие же 35-е направляющие, такие же шариковые. Все один в один, вин ШВП один в один, все один в один. Единственное, что у всего станка все поверхности шлифованы. Они пришли такие с завода, и это классно, потому что доводить ничего не пришлось. Самое интересное по оси Z, что можно сказать, проектируется противовес. А потому что голова, шпиндель БТ-40 и движок на 5,5 кВт. Вместе вся эта штука весит где-то 350 кг, и поэтому нужен противовес. Он сейчас проектируется. Планируется в будущем автосмена на оси Z. Про систему смазки можно сказать, что она есть. Мы ее, в принципе, поставили. Вы там увидите с той стороны, потому что там красиво все сделано. Но все это уже, в принципе, разводится по местам назначения. Ну а дальше что? Установим рабочий стол, установим двигатели, обкатаем, все это проверим датчиком Ренишоу и покажем вам результаты. Это будет попозже, но будет. На этом все. С вами была компания Darkston. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. До новых встреч. А вопросы у вас по-любому возникнут. Ну, например, откуда взялся стол? Откуда взялась защита? Добро пожаловать в комментарии, пишите там. Следующий выпуск, скорее всего, сделаем по вашим вопросам. Повторюсь, выпуск краткий. Что вы скажете о своей нелегкой работе, Андрей? Вставочки, типа, знаешь, рабочий процесс идет, человек такой, знаешь, вымеряет. Задумчивый, голодный человек вымеряет. Сейчас я не перестану, блин. Они не перестанут. Вот так мы снимаем.